Watermelon Man. Watermelon Man. Watermelon Man. Привет, друзья! Сейчас я собираюсь на день рождения, и с помощью плойки я буду делать себе красивую прическу. Плойка – это моя палочка-выручалочка, я очень быстро с помощью плойки накручиваю красивые вечерние обалденные локоны. И сейчас я вам покажу, как я это делаю. Вчера вечером я помыла голову, волосы смазала специальным кремчиком для вьющихся волос, поэтому пенку я сейчас использовать не буду, я сразу буду на плойку накручивать волосы. Поехали! Одну часть волос я накрутила. Как вы можете видеть, очень красивые локоны получаются. Сейчас я накручу вторую часть волос и покажу, как красиво получается в результате. Готовы. Локоны я сделала за полчаса, очень быстро, и вот такая красота. Теперь, чтобы локоны не были настолько искусственны, я им придам естественность. Я разделю каждую прядку на несколько локонов. И у меня будет такая легкая, романтичная, пышная, красивая укладка. Я не буду брызгать лаком. То есть у меня будут такие естественные, натуральные, не утяжеленные, красивые локоны. Так вот я разделяю. Это моя любимая прическа. Ее я делаю практически на все праздники. Теперь, чтобы у корней не было тяжести, я вот так вот руками все укладываю. Все, девчонки, я готова на гульки. Если вам нравится, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. До новых встреч. Пока-пока.